А вот теперь, блядь, страшно. Какого хрена? Что надо делать теперь? Прыгнуть, ручками тянемся к красной крыше. Ручками? Блин, да ну нахер! Паника, паника! Нет, нет, блин, подождите одну секунду, пожалуйста! Я ж нормально себя чувствовала, что за херня? Подождите, блядь, я не могу. Да ну, блин, я же... Че, глаза... Можно глаза закрыть? Нет, что делать, чтобы вот это ушло с состояния? Подождите. А, да. Да ну нафиг. Я же не трусиха. Ну какого хрена? Антон. Блядь, сделай что-нибудь. Ты же мой муж. Кать, на три. Да каких три, блядь? Блядь, я вообще высоты боюсь. Я же нормально блядь, стояла. И мне даже не страшно было. Не какого стоять, хера? Давай на три. Да какие, подожди, блядь, со своими три. Да тихо молчи. Не, а еще бы ты меня толкнул. Нет, я не могу этого сделать. Блядь, я что? Сука, истеричка хренова. Блядь, не могу. Да стой. Черт, ну какого ж хера? Не подходи ко мне, блядь, не смей. Я ж, блядь, взрослый, такой нормальный, адекватный человек. Все прыгают. Ну, девчонки, молодые, мальчики, взрослые люди. Да? И будет прыгать мой муж. О, давайте так. Давай, давай, все, ни хрена. Я вообще... Блин, нафига. Давай, я посмотрю, как ты прыгаешь, и что следом за тобой.